Для российских водителей придумали 8 новых штрафов. Внести поправки в КоАП, ужесточающие, а в некоторых случаях и смягчающие наказания за некоторые нарушения правил дорожного движения, предложила группа активистов Общероссийского народного фронта. Жестче наказывать предлагают за езду без полиса ОСАГО, на неисправном авто и не только. Подробности прямо сейчас. Активисты предлагают штрафовать на 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев за превышение скорости в населенном пункте на 40-60 км в час. Каждое последующее нарушение должно стоить 15 тысяч рублей или же водителя должны лишить прав на год. За превышение скорости от 60 км в час вне населенного пункта, по мнению рабочей группы, достаточно штрафов 5000 рублей. Предлагают увеличить денежное взыскание за установку заведомо подложных госномеров с 2000 рублей до 5, а также за езду без ремня безопасности. При этом за первое такое нарушение наказывать всего на 500 рублей, а за повторное на 5000 рублей. За езду без полиса ОСАГО предлагают наказывать сурово, отправлять автомобиль на штрафстоянку и отдавать только при предъявлении полиса. Сейчас за данное нарушение водители платят 800 рублей. За стоянку или остановку под запрещающим знаком штраф должен быть в размере от 1500 рублей, считают общественники. При этом авторы поправок считают, что не нужно строго наказывать тех водителей, кто нарушил требования знаков для краткосрочной остановки в несколько секунд и не создал помех движению. Штраф за проезд на красный предложили поднять до 5000 рублей, а за поворот под красную стрелку снизить до 1000. За оставление места случайного ДТП по невнимательности предложили ответственность смягчить. В случае мелкой притертости или признания своей вины водителем, суд сможет лишить его прав на срок от года до полутора или назначить штраф до 10 тысяч рублей. А за езду с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством вместо 500 рублей предлагают выписывать штраф 5 тысяч. Досталось и тем, кто не владеет транспортным средством. Нетрезвых пешеходов и велосипедистов предлагают наказывать на 5 тысяч рублей.